вот, включился. Развязка на полуостров Палиасары. Все ближе и ближе. Между прочим, на Палиасары довольно-таки неплохой пляж. Но опять же, я туда не хожу. Мне вообще кажется, что в Таллине, ну, ухаживают же, вот море, само море грязное, такое ощущение. Пляж, может быть, он самый чистый, но я загорать не люблю, а искупаться, я предпочитаю бассейн. А если уж в море, то выезжаю из Таллина. Вот она, развязочка. Горочки вниз. Кстати, порт тоже тут есть. Какие-то корабли большие. Что-то мне никак не могу привыкнуть. Этот стояк мешает все время объективу. Ну вот тут корабль прямо. Не покажу. Покажу за 10 евро. Вот тут прямо за деревьями спрятался корабль. Полуостров Палиасары. Порт, пляж, очистительная станция воды. Довольно-таки большая и довольно-таки грязная очистка здесь происходит. И также здесь экологическая зона есть. Домики. Тут даже панельные дома есть тут. Да, но остановки общественного транспорта тоже имеются, поэтому понятно. Я часто сюда на велосипедах, велосипеде езжу, что-то когда на велосипеде по сторонам так не кручу головой. Какие-то заброшенные здания. Не торопись, называется. Не, я не один на дорогах. Смотрите, машина пошла. Хочу заметить, по правой стороне велосипедная дорожечка. И велосипедная дорожка тоже. Как я, может быть, рассказывал, если у нас ограничения, если велосипед нарисован, значит, только велосипеды двигаются. Если и пешеход, и велосипед, значит, логично, и те, и другие могут. Если только пешеход, значит, пешеход. В принципе, если ничего не нарисовано, тоже и велосипед, и пешеход могут передвигаться. Насколько я знаю, в Пири-то даже не штрафовали, а полиция муниципальная даже пешеходов за это, ну, были, по-моему, профилактические беседы. Погода такая пасмурная, я просто-напросто такой сонливый, что после работы прихожу сразу спать, выходные только сплю, ничего не хочется. Плюс еще дела всякие. Ну, значит, вот туда идет дальше, наконец, полуострова экологическая зона. Туда даже на машине нельзя, но на велосипеде можно.
А вот здесь пляж Палясары. Кстати, машин, смотрите, как много здесь. Что здесь люди делают? Шашлыки, что ли? Угу. Поняли, где 1 января все собираются? На полуострове Палясары, на пляже. А где еще можно собраться, когда море и плюс 4 градуса, теплее, чем летом? Так, сейчас мы, Анюшка, отсидим назад. А не буду. И вот тут и налево пляж. Но вот тут море, а не налево пляж. Ну и вид. Сейчас мы и вид покажем. На камеру надо будет увеличивать, а глазами. Вот он, Таллин. Сити. Старый город закрыт, по-моему, вот этими. Порт Палясары. И все-таки. Вот он, сейчас покажу это. И старый город тоже. Вот так вот. Старый город выглядит с полуострова Палясары. Так, я еду обратно. Думаю, снимать это не буду. У нас без 10:03. После Рождества у нас ночи становятся короче, дни длиннее. Если скажем, что минут через 10 сейчас будет уже темнеть конкретно, то хочется вернуться обратно оттуда, откуда я приехал. Итак, хочу вам показать бывшую Карла Маркса. Сыли улицу. С самого конца на самого начала. Или наоборот. Сейчас посмотрю по номерам. Да, с конца улицы до самого начала. Дома сталинской постройки. Очень, кстати говоря, те, которые отреставрированы, смотрятся просто шикарно. Эти дома находятся в самом конце улицы Сыля. Они что справа, что слева. Это перекресток Сыли Сити. Пятиэтажки, 9 здесь. Опс, фокус. Построили новый центр Рими, я не знаю, я не могу крутиться так за рулем. Вот там есть магазин Сильвер и знаменитое здание Копинское. В 16 этажей, по-моему. Между прочим, эта улица тоже такая идет вперемешку, что здесь хрущевки, что панельки есть, что сталинские здания, постройки 40-х, 50-х. Между прочим, с правой стороны бывший магазин Минск. Сейчас он вообще пустой, ничего там нету. Или есть, сейчас скажу вам.
Да нет там ничего. Пустой. Вот сейчас уже без трех минут 3 часа. И уже конкретно темно. Здесь такой яркий райончик. Освещается бензоколоночками. Да, и не только. Кто в курсе, тот понял. С левой стороны деревянные дома. Ну что, все тогда. Заканчиваю. Меня в 3 часа в гостях ждут. Кстати, именно в этом же районе. Поэтому и поехал сюда. Поэтому мне не сложно. Убивает сразу 2 зайцев.